Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. Так, давайте как-нибудь быстрее пойдем, что ли. Короче, сейчас плаваем к себе. Продадим это барахло, которое мы набрали. Что купим полезного? Надо скинуть кишки всякие. И 4 медицины. Что такое? Уаегис. Это поворот. Остальный болт еще продаст. Давай сюда. А, пока мне больше ничего не надо. Крафт флешки. Флешки у нас уже не закончится никогда. Кстати, продавать, наверное, выгоднее с этим поясом. Да. Бычка получается. Пик. Нужно. Отмычки сейчас вот где-то купим. Мина. Но я сомневаюсь, что буду делать мины в этом прохождении. Купим. Нам нужно будет как-нибудь поменять наши бесполезные доллары на полезные. Так, 4 firearms. Раз, два, три, четыре. Ужин. Что я ищу? Так, по гранатам. Давайте докрафтим гранаты. Хлеб. В принципе, я готов на страшный остров, да? Я готов. Мне нужно еще источник света купить. Источник света. Получается, у меня не будет тазера. Ну, мне зачем тазер? Это, конечно, 10 уровень нагриндить, но мне кажется, нифига я не нагринжу. Давай.
Один. Был выкинут. Так, щиточек можно скрафтить, вот что я понял. Найти для него компонент. А у тебя нету тоже? Давай. 23 монеты за эту повторение. Так, короче, тазер тогда выкидываем. Короче, план такой: убиваем собак, потом агрим всех жуков. Тихонечко убиваем всех жуков. Раскачиваем. Как? Оф. Проходит. Да. Ну. Им тогда нашу броню. Просто отхочей всех или подстрелять всех. Так, прибьем. Можно и не стрелять. Так, жучков с этой стороны поведем. Стелс есть в смысле? Нет. Давайте кидаем. Здесь вот подождем его.
Подождем. Так, где мои батарейки? Начались батарейки. Так, а есть батарейки? Просто куда бежать? Тут ничего. И ладно. Ладно. Приятно, когда, короче, гранат достаточно, чтобы ты просто берешь их и кидаешь. Не думаешь экономить, не экономить. Просто бахаешь. Ух ты. Кстати, поезд на Барк был отлично. Ну, короче, поезд на бартер, наверное, имеет смысл продать вообще. Зачем он нужен? Так. О! Сейчас крафтинг спит. Точек. И новенький. Зато свой. У него купим этот самый конвертер. Босиком. Семь что-то мало. Где твои эти? Я найду получше. Пожалуй. Коинов надо было. Какой же я аккаунт? Что такое тут?
Я еще флешки забыл одеть, потому что у меня вот пояс. Давай только не надо. Так, всех вроде прибили, да? Всех жуков отжучили. Вроде да. Так, все, лампу эту выкидываем нафиг. Лампу эту еще хрен загонишь кому. О, пойдемте как раз купим этих самых отмычек и батареек. Температура надо управляться. Поставим. Посмотрим, не рехетнулся ли магазин. Нет. Со щиточком я собак как бы вообще не боюсь. Может быть, тогда не брать скиннера? Распрял, да, камешка? Бывает.
А тут же у меня еще двое не убиты. Я и забыл. У тебя есть, что ты покупаешь? 3. А ты? Ты покупаешь? Перефайрарамса еще. Оп. Так, давайте посмотрим, что есть. Опа. Да, детка, давай сюда. Поэффициент. Enter. Так, сейчас подождите, я посмотрю. Амплифая. Так. Крыс. Так, increase shielding, increase conversion rate. Давайте возьмем. О, соточка. Вам 70 возьмем. У тебя еще ты такого прям интересного. Я думаю, что я сначала скрафчу сифонера. Опа. Спасибо. Короче, это вот мне нужно, да? Сейчас скрафтим такой, типа дешевенький. Нормально. Пока убьем Ралчер. Стрелять решила. Смотри на него. Смотри, что творит, а.
Так, ралферов мы всех тогда убили, получается. Пойдемте сдадим квестик. Исходим в дополнительный данж. Ходим сначала к себе домой. Барахлом. Набить еще один левел. Вот сейчас убьем бандитов, которые сидят перед помойкой. Потом сходим убьем этих самых бегух. Ну что? Их просто испекали и расстреляем. У этого гранатных крысов остались. Вот, и у меня фаерарма еще купит. Давай-ка. Выкинуть. Вот еще перчатки купим. Так, что? Кстати, надо было подождать. Был вот эта вот хрень у него. Ну, ладно, это как бы временный щиточек. Мы сейчас крафтим себе хороший. Что нам нужно еще? Овер-менеджмент нам нужен еще. Да, это чтобы щиточек был вообще классный. Убьем эту троицу. Точек на все пожар. Смотри, как могу.
Как-то задрал-то, а? Может быть, имело смысл к нему в этом самом подойти? Элси? Ой. Если мы справились, давайте стелс броню и пойдем убивать лягух. Еще так-то кучу фитов надо взять. Все-таки тратятся. Ухо. Ой. Ухи убиваются. Эй. 50. Привет. Пока. Так. Еще должен быть гуся. Чё так такие плохие-то эти валя два. Шкуры вообще не очень упали. Гух.
Так. Пойдемте сейчас сходим в дополнительную дырку. Можно, кстати, жуков убить. Оф. И жуков. У меня есть щиток. У меня есть броня, у меня есть антидот. Ну, не план так-то. Кинем просто броню. Полно гранат. Эти типа наносят 0 урона, ублюдки. Просто убиваю. У меня же есть антидот.
Ну, типа, все. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я же от него не убегу никогда. Он же первый ходит перед этим. Надо его глушить, получается. Ой, как же, какой же фейл. Давайте-ка. Я не ожидал, что те, кто бегут. Я забыл, что тут может быть этот варьор. Давайте сюда пока не пойдем. Я думал, тут только обычные эти ублюдки, а тут еще варьор. Мы туда тогда сходим на следующем уровне. Возьмем себе вот эту сетку, чтобы варьера показать. Отшучить. Немножечко отойду, ладно. Ой. Он меня уничтожит. Сосед. У меня там опять батарейки закончились, господи. Не убивай. Mm-hmm.
бы. Так, сейчас в депо пойдем, пойдем. Эти хакинг качаем. Нафиг хакинг. Филринг. Паника. Так. Было Ганса докачать на 25, чуть я тупанул. Тогда Ганса через левел подкачаем. Поищем батарейка. Батарейка. Пока тут походим. Что так тяжело-то мне? Че, набрал такого? Так, нам точно не надо, давайте посмотрим. Давайте пока сюда скинем всякое барахло. Вот. Завернемся. Хватает. Как я вовремя-то.
Ладно, с этими ребятками мы кое-как разобрались. Такое-то. Почтишки пока выложим, они что-то тяжелые тут. Братишка, ты куда побежал? Я же здесь. Сеточку. Опа, кучу. Куча всего еще лежит. Так, может, там мы найдем попозже. Так. Там же этот хрен псионик. Ну, ты не садись на меня, пожалуйста, задницей своей. А? Да я подвинусь. Мистер Дом. Лови. Так. Мистер Дом. Нет. Там можно переодевать поясок. Играть. Барахлом. Вот. Эту фигню я пользоваться, конечно, не буду. Так. Давай, все, что есть. Очень плохой. На мастерке какой-то ящик такой. Тишку мы где выкинули, в ту, что ли?
Сколько? Ну, сейчас, блин, капец, прям пойдем домой. Давайте. Так, жуки, жуки. Что делать с жуками? Что мы можем делать с жуками? На самом деле ничего не можем сделать с жуками. Мне нужны очки. Мне нужен пекарь получше. Мне нужен. Мне нужны мои псайкерские способности Temporal Manipulation, чтобы убегать от главного жука. Сейчас дадим квестик. Осторожно. Давай-ка купим. Капец, деньги улетают, конечно. Есть. Пойдем попробуем продать барахло. Я все еще перегружу. Так, нормально. Ну, отлично. Так, ты ничего не хочешь мне продать? Я снова.
Это хочу. О. Один пояс. Маску. Мне что? Радовал меня, братишка. Пойдемте купим сеточек. Конечно, жестко сделали, что добавили жука в эту самую локацию большого маленькими камнями. Он же капец овнит там. Обычных я бы просто гранатами закидал и типа антидотах там раскайтил бы их. Проблема еще в том, что и агилы как бы при всем желании еще нельзя убежать никуда делать. Пикпокетинг больше нет смысла качать вообще. И чё? Ой, или придется ждать. Так неохота ждать, братишка. Монеты. Делаем. Сейчас монеток менял. Ну что, пойдем собак убивать, наверное, да? Пойдемте. Он тогда собак. Еще батарейки надо купить.
Говорят. На этом нужно скорее. А за них еще и доплачиваю. И это барта. Что, продал свою стелсовую броню, а я в ней нахожусь. Можно еще вот этих вот ребятушек. Так вот, куда еще? Нет, капну. Дайте. Я не все. Да, просто-таки гранатку. Какие гранатки? Пойдем. Да что ж вы творите-то, ироды? Чуть не нафигил на них. Если попадает броня. Потом за 400. Так, ну наконец-то. А мы им ячки. Очки стоим.
там по батарейкам. Я заведу катер, а то забуду. Так, где мы? Хреновильник с автокурелькой. И что-то лишнего набрали. Я, кстати, одна граната осталась, а я сюда притащился. Зачем? Вряд ли мне даже дам. Не, как минимум, гранаты на. Берлин за мену. Электронику подкачать. Хочешь купить что-нибудь, а? Хочет ничего покупать. Хочет ничего. Ну, вообще я предлагаю на этом, наверное, подождать, пока сету с магазином делать мне пока нечего. Очень посипилось мне.
что с моей куколкой пока что мне будет очень тяжело кого-то убивать. Сына хочет. Раз. Так. Кахина. Не буду закинуть эту фигню покупать. Равно оппонентов под крафт пока нет. Я ну попробуем чуть. Почта. И три парарса. Пять гранат. Так, тихо. Капец, как? Рейки забыл купить. Так, 4 фаерармса. Парка на 8. Пересыпала. Опа. Лазерометр 94. Да. Соточка хайна эффект энерджи конвертер сюда. Я еще
Блин, сейчас спекль сделаем тогда топовый. Нужен еще high scatter amplifier. Да. Ну, сейчас имеется в виду на следующем певеле, который тут быстро. Ладно, ребят, спасибо. Пока-пока.